С началом нового учебного года поздравили сегодня и детей ангелов. В одном из семейных центров Ангарска состоялся веселый праздник. Организатор мероприятия – Ангарская ассоциация психологов, а спонсорами выступили агентство недвижимости города. Для ребят приготовили игровую программу, подарки и угощения. Сегодня 1 сентября. В городе Ангарске День знаний проходит во всей стране. Мы решили сделать ребятам небольшой праздник. Они, так же как мы все, как наши дети, тоже должны участвовать в этих небольших праздниках. Не все дети, имеющие ограничения в здоровье, обучаются в общеобразовательных школах. Поэтому такие встречи для них порой единственная возможность пообщаться друг с другом.